соловьи, не тревожьте солдат. Пока луганская банда договаривается с новой властью, мы берем танки из Киева и едем на Луганск. Гнать оттуда банду Ефремова, Зазы, Манолиса, Резника. Освободим Красный Луч, Луганск, Ровеньки, Краснодон от банды регионалов. НАТО нам выдало вооружение. Будем брать дом Белавого на Азовской. Вот смотрите, Катюша, вертолеты. Не сможет отбиться. Поэтому у этих людей фантазия очень большая. Смотри, Белавов. Не сдашь свой дворец народу, прилетим на вертолете. И высадимся там, у тебя в огороде. Значит, это может коснуться сегодня любого. Этот Всеволод, который вот он ходит, по всем данным, я его, конечно, не проверял, говорят, что он неправильной ориентации. Такое впечатление, что он меня преследует, этот товарищ. Смотри, Манолис, какую мы тебе приготовили девочку. Она войдет очень хорошо в твою душу. Я просто в шоке от того, что моя личная жизнь уже так публично становится. Публично становится. Публично становится. Будем брать дом Пилавова танками нетрадиционной ориентации. Чтобы вам не казалось, что ваша жизнь стала чересчур публична. Такое впечатление, я уже боюсь даже в город выходить.